Олег Алексеевич, как действует вот такая погода на львов? Когда идет ветер, то львицы почему-то начинается у них охотничий инстинкт и рефлексы просыпаются. Я много на своей памяти знаю моментов, когда добрые львицы, с которыми у меня хороший контакт и взаимоотношения, начинали охотиться ни с того ни с сего, только потому, что подул ветер. С ветром они вдыхают какие-то вот запахи, бегут две красавицы, целый ряд львов к нам бежит сюда. Чук! Еп! Все львы очень активны во время ветра. Видно, потоки воздуха, поднятые ветром, приносят какие-то запахи. Они чувствуют где-то добычу, вот, и активизируются. Несколько случаев было, когда они заседали в траве и пытались даже прыгнуть на меня. Вот, Клава! Клава, иди к нам сюда, иди сюда, хорошая! Иди сюда, Клава. Ты постройнела, Клава. Постройнела. Ты еще выглядишь тумбочкой на четырех ногах. Но так, уже веселее. Раньше ты ходила в раскорячку, а сейчас уже как-то вот постройнела. Поэтому, ну, наверное, в природе это прохлада. Это не такое разморенное уже солнцем, так сказать. Вот так. Кто там? Да. Ай, ты такая хорошая. Вот, поэтому... Все очень активны, все перед дождем активны. Да, хорошо. Овушки, овушки, овушки. Тыть не можно, что такое? Кто тупит? Кто-то, на. Чё-чё, тапок, где мой тапок? Ой. Ай, какой тапок, помнишь тапок? Знаешь тапок, да? Жизнь сафари идет своим чередом, и если тут все отгуляли, то там только начинает он. Персей уже в любовных играх. Мама Чоли устала от любовных игр. Чоли, но ненадолго, Чоли, видно. Чоли. Скажи еще. Хорош. Привет. Да? Я пошел. Пока. Так, ладно.